Из нового, наверное, мало семейного кино. Смотрим мы разное кино. Знаете, мы как-то в основном так относимся к нашему сыну, как ко взрослому человеку. То есть есть фильмы, которые, понятно, что даже на них стоит пометка там 16+. Но это хорошее кино с интересной историей, с драматической, которая заставляет задуматься. Разное мы смотрим кино. Сейчас в основном у нас самый большой упор на кино на английском языке, поскольку нам срочно надо подтянуть английский. Например, мы с ребенком можем посмотреть фильм «Портрет Дориана Грея». То есть мы с удовольствием недавно смотрели Шерлока Холмса, но как мы посмотрели современного, также мы очень любим нашу русскую, уже, ну, нельзя сказать старую, да, но постановку. То есть хорошее кино мы смотрим в семье.